Экологические субботники в нашем городе проходят ежегодно. Акции по уборке территории организуются не только весной, но также летом и осенью. Но даже так работы меньше не становится, говорят организаторы акции. Активисты очищают от мусора места отдыха, водоемы, пригородные зоны. В основном территории, не обслуживаемые специальными организациями. В это число входят и лесопарковые зоны, а также городской парк, в уборке которых активное участие приняли учащиеся школ и учреждения дополнительного образования. Такие субботники в сентябре проводятся по всей стране по инициативе Общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия». В этом году данная акция проходит под названием «Страна моей мечты». Активное участие приняли всеобщие образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, особенно ЦДТ, станция юных туристов, станция юных техников, детская юношеская спортивная школа. Выходили не только дети, но и педагоги сами активное участие приняли. Были охвачены такие районы, как лесопарковая зона, тропа здоровья, район трамплина, район старого пруда и район автошколы. Экологические акции проводятся во многих городах. Молодежь Кумертау также настроена навести порядок в родном городе. Школьники убирают не только мусор, но и опавшую листву. Конечно же, нужно участвовать в таких акциях для того, чтобы сохранить чистоту в нашем городе, в нашем любимом родном городе. Я тоже считаю, что надо участвовать в таких субботниках, тем более сохранять чистоту в нашем парке, где мы же сами отдыхаем, проводим время. Городской парк является любимым местом отдыха и прогулок горожан, от которых и зависит чистота этого живописного уголка. Мне хочется напомнить взрослым, что чтобы вот нашим детям не пришлось убирать за ними мусор, чтобы они каждый раз об этом помнили, бросая мусор после себя, после пикников. Айгуль Мухаметшина, Ярослав Кондратьев. Новости.